Это на втором этаже, да? Да, они первые заняты. Ага. А двухместный по какой цене у вас там? Нет, так, чтобы... Ну, Ольга Федоровна, не договоритесь. Ага. А трехместный? Поселиться в твоем трехместном номере, вот так написано. Я понял. Да, да, вот так. Ага. Это три... Тут и три, а, двухспалка и две отдельных, да? Да, может, и три, и четыре человека. Вентилятор, шкаф, холодильник, зеркало, да? Да. А удобства эти все? Удобства это... все во дворе. Во дворе. Вот. Там душ и туалет, да? Да, вот и столовая. А душ, туалет где? Душ и туалет там вот под виноградом. А там вода какая, теплая или как? Теплая, 6 часов. А с 12 летняя. А бесплатно душ, да? Конечно, бесплатно. Это входит в цену. А сколько сейчас вот это? Человека 10. Ой, 100. 100 вот за этот номер, да? Человек. Нет, человека. Человека. Вот ну, 3 человека за 400. А если мы вдвоем будем? То дороже, то вот Федоровна вам скажет. Я понял. А если так двух... Ну, у вас получается, если двухместный, тогда 200, да, получается? Да, да. Ну, сейчас нету двухместных свободных. Я понял. Окей, я сейчас... Идем. А, покажите. Это умывальники, да, тут? Да, здесь, там посуду мы, здесь умывальщица. Угу. Вот, с 12 летний, а с 6... А, открыто там? А, да, открыто. Вот, горячий. Проточный, открываетесь, но он сейчас не работает, в 6 будет работать. Горячий, это летний. Я понял. А туалет? Два туалета. Один, то есть это там, где почта, с унитазом, другой без. А, это унитаз. А другой, а это... Просто... А, дырка. Да. Я понял. Так, вон столовая. Столовка. А что, это фотографируем? Да я сейчас покажу просто там знакомым. Сбросит. Я понял. А здесь можно готовить, да, себе? Да, вот, готовили. Угу. Окей. На эти деньги вы лучше не найдете, я вам сразу говорю. Ну, это эконом у вас считается, правильно? Да, конечно. Да. Окей, ну хорошо, спасибо. Так, это жилье было, кому интересно, по адресу Мира 19. И вот мы выходим, и вот такая прямая улица вдоль базара, ну где-то минут, я думаю, 7 к морю. Вот, получается, прошли базар, рынок, и выход у нас к морю. Над обрывом, а спуск вот там вот по лестнице. Вот такой вот видон получается у нас. И вот она лестница. Спуск на этот пляж. И вот этот вот рынок, который надо пройти, и выходим на эту улицу. Первый корпус, второй, там сзади бара третий, четвертый, и еще внутри куча корпусов, сейчас вам покажу. Вот он вид, двухместный номер, какой-то, 47-й. Это пляж санатория Кирилловки. Полный аншлаг. Это еще детское время, еще никого нет, 9 часов вечера. Потом засниму вечером, что тут творится. Душа умятая.
Прибавилось сегодняшний наш резидент из Уфема. Рыба, вареники, сырники, пончики, пельмени. Кто хочет вкусно, может на белый микроавтобус справа у ворот соседней базы. Ладно, идем по пляжу, сейчас вам покажу, какие у нас пляжи вдоль нашей базы. Короче, есть любые варианты: эконом, люкс, супер эконом, супер люкс. Короче, на любой кошелек. Так, вроде взлетаем. Лунапарк. Дискотека Мята. Сейчас вам покажу еще одну базу, которая находится прямо в центре Федотовой косы. Вот смотрите, Лунапарк. И номера здесь по 450 гривен, двухместный номер в сутки. В центре Федотки. Так, прямо по курсу дискотеки. Одна, первая. Красивые, красивые реки настроим, друзья.